Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Значит, сегодня мы поедем, сейчас леплю очередную наработочку из автомобиля ЗИВ-157. Значит, Дмитрия Романенко, машинка. Присутствуют ребята, аддончики, значит... Поедем на побережье. Аддончики Рони. Вот. Посмотрим, что получается. Пак газонов будет чуть попозже. Всех ребят с наступающим Новым годом. Сегодня 29 число, 29 декабря. Значит, вот он ЗИЛ у нас такой. Будет присутствовать синхронизация света. Значит, колесики. Ну, много тут пока не буду показывать, что тут есть. Что есть, то есть, короче. Так, значит, ставим мы туманки. Где у нас туманки? Где-то должны быть. Ставим мы партию вот туманки, значит. Будет присутствовать, ребят, свой звук. Видите, с салона. Вася у нас тут на месте. Анимашек нету. Анимашки только брызговиков на аддонах присутствуют, значит. Так, устанавливаем, ребята, кунг. И давайте еще прицеп кунг где-то должен быть. Валяться. Так. На крышу поставим вот такую балду. Ремонтные ящики какие-то. Так, прицеп. Значит, на фары. Эти штучки. Решеточки, значит. Колеса будут. Два варианта будет, какие были на нем изначально. Мотор немножко подправил, подкрутил. Значит, и все, давайте заводим сюда, поехали. Даже не знаю, в какую сторону может ту поехать. Давайте поедем в ту и через лес, наверное, вот так вот. Будут присутствовать, ребята, на нем дефолтные аддоны. Не все, конечно. Но будет возить и короткие бревна, и длинные, и средние. Плюс будут свои аддоны у него, которые будут также перевозить различные груза. Присутствует анимация кардонов еще, ребята. Видите, с салона, значит, на пассажирском сиденье у нас будет. Камеру нам надо повыше подправить, чтобы подправить. Значит, вот и вот так вот он упрет. Не быстрый автомобиль, более скоростные данные похожи на дефолт. Значит, проходимость такая, не сказать, что прям уж суперская, средненькая, в принципе. Все пачкается, мажется. Давайте, пока солнышко есть, сделаем скрин, что ли. Солнышко есть. Подвесочку тут не трогал, прицеп чуть приподнял, там колеса поставил, видите, отдел карт. И едем открывать гараж на побережье. Значит, вот в таком Макаре будем открывать гараж. Ремонт здесь, значит, и
по два очка гаража, значит, на каждый прибудет, то есть на утилитке на этой и на прицепе. Значит, на кунге, значит, и на прицепе. Крокодил зубило 157 зуб, вообще хороший аппарат, доводилось мне на таком покататься в свое время. Что-то у нас там подстрел. Ты чё прицепом? Давай поехали. Что-то беда какая-то с ЦДТ-шкой на машине. Дмитрий не допилил, наверное. А уже потом ЦДТ-шку сносить уже, наверное, анимашку по нему делать надо. Так что иногда морды он будет, ребята, цеплять, хотя тут, видите, ЦДТ-шка может быть стоит от лебедки, тут лебедка и редуктор от лебедки. Вот он чуть пониже, где-то ЦДТ-шка там, вот он подцепляет иногда. Ну, урон вроде так не прилетает, в принципе. Такой скрин. Ну, можно еще и такой, ладно. Какие-то раз мы тут стоим. Вот, блин, проваливается зараза. Какие-то. Проваливается жопа, е-мое, блин. Что-то ребята с грязью намутили, смотрите, как просаживается, вообще жесть. Кстати, что-то готовят ребята обновление, наверное, в стиме. Смотрите, раньше тут можно было пролетать, никаких вот этих просаживаний грязи вообще не было, а сейчас смотрите, грязь какая стала. Может, следы намутят, все-таки сделают. Да, трактора все-таки обещали же, Паша за гребельный обещал, что будет ДТ-шка. Там хлопчик какой-то сделал офигенный, сказал, что в новом обновлении глобально в 2017 году будет. Так что, блин, давайте будем надеяться и ждать, что все-таки что-то выпадет.
давлю. Рецепт, зараза, такой тяжелый, что-то я не могу его сдвинуть. Будем посмотреть, как говорит Серега Пасечник. Да гляньте, не хочет зараза вылазить, а. Давайте, ребятки. Что делать? Да, наверное, прицеп, наверное, тяжелый. Уперся, да, он даже, видите, камень уперся и встал, зараза. Ладно, поглядим, что с прицепом не так. Все, ребята, будет после Нового года, просто сейчас переезжаю, интернет, можно сказать, отрубится и... Я думаю, что в январе пак газонов, возможно, доделаю до конца. К тому же Евгений Покемон сделал пак 52-й, 53-й газон, да. Надо будет мне там машинку передернуть одну, потому что с той косячок с одной был, которая была в паке. Я ее переправлю. Естественно, будет, ребята, розыгрыш в группе игры Спинтайра с лицензией, как только у меня на канале наберется 2000 человек, так что мониторьте, по-любому вообще репосту могу где-нибудь найти, даже по-старому, и сделать розыгрыш, поэтому будьте активнее в группе, активнее на канале, ставьте лайки, значит, и будет разыграна игра Спинтайра по истечении, как наберется на канале, 2000 человек, и будут еще розыгрыши других игр, ребята, по группе, также по каналу, так что будьте активнее. Будьте активнее, и будет много розыгрышей, скажем так. Все будет зависеть от того, как вы будете подписываться на канал, подписываться в группу, ставить лайки, репостить и так далее. Значит, как обычно, все зависит от вас. Чем будут быстрее набираться подписчики в группе и на канале, тем будут быстрее идти розыгрыши в группе. Вот и все. Поэтому смотрите, мониторьте. Обычно вся информация в видео. Писать мне там в группе некогда, поэтому смотрите видосы, и все в видосах будете знать, что, когда, где и почему. Вот. На глупый вопрос еще раз повторять. Повторяюсь, не буду отвечать, потому что, ну, некогда мне писать на всякую ерунду. Так что, если будете задавать вопросы, то задавайте по существу в группе. Личку я закрыл, только друзья мне могут писать. А вы сообщение оставляйте на саму группу, значит. Там будет в группе справа, по-моему, написать сообщение или как-то так. И буду смотреть. Если вопрос актуальный, значит, я, значит, на него буду отвечать. Если шляпа какая-то очередная, то, ребята, не обессудьте, отвечать не буду. Где скачать? Ребята, все ссылки под
видео в основном, и в группе, в разделе ссылки справа, также в разделе товары. Поэтому задавайте глупые вопросы. А где ссылка, а где скачать? А меня заинтересовал данный товар, который стоит бесплатно в группе. Просто прокрутите и посмотрите. Там то, что цена, еще раз повторяю, 0,01 копейка. И это значит, ребята, бесплатно. Для тех, кто вообще туго не понимает ничего. Вот. Так. Давайте поставим вот эту ремонтку, да? И ломанем в сторону, значит, этого гаража, значит, вот. Запаску могу поставить. Для красоты хорошо, что она есть. Давайте ее поставим. Ставится она сюда под кунг. Где-то у нас ее здесь, наверное. Вот она встала, ребята, 50 очков ремонта. Все, полетели. Бенза у нас есть, так что заправляться мы не будем. Погоним. Так. Проверим, скажем так, ходовые качества. Ну, кунг тоже вес имеет, поэтому в принципе она и с дровами, так что с бортовой платформой будет, наверное, перечь. Что-то около этого. Давайте еще тут скажем, шлепнем. Полетели. Самый говняш это залезли, ё-моё. Так что еще, ребят, повторюсь, смотрите видео. Бывает, что я могу забыть и просто где-нибудь в конце видео вспомнить и выдать какую-нибудь очередную информацию или какой-нибудь пароль для розыгрыша или так далее. И все, и тот досмотрит, тот узнает саму суть розыгрыша или очередной новой какой-нибудь нужная информация. Поэтому если что-то я говорю в видео, я, ребята, на эти вопросы, которые вы будете задавать, о которых говорили с видео, это все, да, я отвечать на данные вопросы не буду. Еще раз повторюсь, смотрите видео. Если я это говорил в видео, то отвечать на те вопросы, которые вы задаете, о чем говорилось в видео, я просто элементарно не буду. Можете не обижаться, можете обижаться, ваше дело. Значит, потому что времени писать мне, ребята, на то, что я говорю, еще и потом это все писать по 500 раз каждому. Значит, у меня нет времени на такую ерунду, по сути говоря. Так что уж не обессудьте. Смотрите видео. Я вот, мне если какое-то видео где-то интересно, я его всегда смотрю до конца или даже по нескольку раз, когда мне надо. Поэтому если вам надо, то смотрите. Если вам это не надо, значит не смотрите, что я могу сказать. Хозяин, барин. Еще раз повторюсь, что то, что я говорю в видео, на данные вопросы, которые вы будете задавать, и то, что говорилось в видео, я отвечать не буду. Вот вообще нормально. То, что CDT-шка там бьет, ладно, мелочевки. В принципе, адекватный, хороший мод. Он более такой а-ля Савдепия. Сделано в СССР. Е-мое.
То есть по возможности я посмотрю, может быть, даже еще и зелок Рони я сюда запихаю. Как бы будет в паке два зела. То есть на 157, как бы, в принципе, они такие оба вроде неплохие. Ну, по колесам, да, как мне нравятся вот эти колеса на этом зелке, которые стоят. Хотя вроде тоже вроде там стоят такие колеса, не знаю, надо будет глянуть. Ну, по крайней мере, вот прицеп и первый путь, с которым ехал, это я туда уроник взял. Данные аддоны. Сделан тоже хорошо, красиво, но что-то я не знаю, это дело мне больше понравилось. Пока. Скажем, в процессе доработки будем определяться, там, добавлять его, не добавлять. Либо с того все аддоны на этот перетянем, либо тут добавим просто и сделаем, чтобы все аддоны ставились на тот и на этот. Ну погоди, ну тоже два, я не вижу смысла ставить, как бы они два и есть два. Лучше сделать один хороший, нормальный. А я шпарю, как говорится, да? Можно было сказать, как неплохое слово, но и будет так, как не сильно народ ругался. Идет адекватно, а в принципе скорость, ну да, небольшая. Где-то рядом с дефолтом, я не знаю, что-то вроде типа того. Может даже помедленнее. Я даже не намерял на полигоне. Ну, в принципе, погоняю еще, посмотрю, как там по скорости. Так идет вроде нормально. Ну, жрет, да, 14 литров, смотрите. То есть надо контролировать топливный запас. Ну, в принципе, тут есть, можно за место запаски поставить, например, дополнительный бак тут есть. То есть это уже смотрите, ребята, сами. Так, вот синхронизация уже пошла работать. Фары включаются на ночь. Габариты на постоянку, это все будет работать. Плеере, ребята. Ну вот мы и прилетели, можно сказать, что гараж. В принципе, давайте так побыстречку, пока не сильно стемнело, сейчас скинем пункт, да, где он есть. Вот он. Ну и покажу тут, значит, будет бортовая платформа дефолтная, то есть вместе с прицепами, например. Бортовой прицеп. Вот он, вот такой. То есть тележка-фургон. Эти все будут ставиться, значит, кроме вот этой цистерны, потому что у него есть своя. Нет, ее заблокируют, значит, у него будет вот такая своя маленькая. Прицеп. Это тоже Дмитрий Романенко отдаст вот эти. Значит, со своими грузами. Цистерна будет топливная, вот такая. Тоже его дефолтная. Тент будет, борт свой, что-то еще. Такая балда будет с зиловскими штуками, то есть ставится в комплекте. Платформа с крана будет ураловская. Все-таки надо что-то грузить. Немножко тут корявенько будет, но ничего, будет вот таскать, возить все это дело. Значит, цепка, бортовая, платформа лесовоза будет с двумя распусками, с удлиненным будет вообще тяжко на нем ехать, морду аж поднимает. Так, эту топливную я уберу, гаражные части будут, чтобы можно было на картах играть. Ну и так, вот дополнительный бак, кстати, 150 литров ставится.
Так что вот, ребята, такой вот будет зилок доработочки. С вами, ребята, был драйвер 51 РУС. Всех еще раз повторяю. 29 декабря 2016 года. Повторяю, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть у вас в будущем году все сложится удачно. Здоровья побольше. Денег, мозгов, конечно, у кого не хватает. Обязательно семейного благополучия, счастья, удачи во всем, ребята, мирного неба над головой. С вами был Драйвер 51 РУС. Ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, будет куча розыгрышей по каналу, по подписке в группу. Поэтому, ребята, не тяните резину, подписывайтесь. Чем больше и быстрее будете подписываться, тем будет быстрее и больше проходить розыгрышей от Драйвер 51 РУС. Так что, ребята, еще раз повторяю, всех с наступающим, всем удачки, много не пейте, мало тоже. Деда Мороза за бороду не дергайте. С Новым годом! С вами был Драйвер 51 РУС. Ставьте лайки, делитесь видео. Всем пока, удачи!